14 сентября. Последний соревнование в этом году. Погода нам опять повезла. Наша смена. Да, было важно пропущено. Все говорят, хватит, я нет, я наш последний. Вводимся. Бери микрофон, команда. Два, один, старт! Внимание судей, внимание участников. Начало боя. Включили секундомеры. Опа, дрова упали. Внимание. Модель приземлилась. Участник в зоне полета. Девять минут рабочего времени.
вторая группа закончила полеты. В третьей группе летают Рославский Александр, Афонин Данил, Недельский Евгений. Подготовительное время закончилось. Готовность к поднятием руки. Раз. Два. Три. Все готовы. Внимание, студии. Внимание, спортсменов. Рабочее время. Три, два, один, старт! Три, два, один. Финиш, приземлись, пожалуйста. Приземлись, пожалуйста. Три, два, один, старт! Thank you.
соревнования подошли к концу. Ну, наверное, у кого-то не все получилось. Вот, у кого-то получилось. И приступим, наверное, к награждению. Итак, начнем. Третье место занял спортсмен Шмигельский Евгений. Так, подожди, стой. Подарок? Куда? Диплом. Диплом. А это... Подарок? Тебе не надо, да? Тебе не надо, так, и чемпионом в этом классе стал Поваров Максим. Поваров Максим. Еще, значит, все авиамодристы хотят выразить огромную благодарность Сергею Александровичу Пискунову за предоставленную площадку, за предоставленную спонсорскую помощь в виде площадки, на которой мы провели сегодня замечательные соревнования. Поблагодарим вас. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Итак, друзья, продолжим. Да-да. Третье место в моделях Combat Open Electro среди юношей занял Брославский Александр. Второе место занял Ильченко Анатолий. И чемпионом в этом классе стал Мягков Вадим. Итак, друзья, переходим к классу Combat Open среди спортсменов. Итак, третье место занял Шеломенцев Петр. Нет,
Второе место занял спортсмен Багайцев Владимир. Чемпионом в этом классе стал Захаров Константин. Восемь моделей полукопий, третье место занял Захаров Константин. Второе место занял спортсмен Токач Евгений. Чемпионом в этом классе стал Глинский Александр. Александр опять занял третье место в классе модели 5В7. Чем мы его и поздравляем. Ветер дул. Зачет чемпионата идет. Второе место занял Романов Игорь. Есть такой? Есть. Очки надо, очки какие? Есть очки? Очки все там. Да. Вон, на стене. Итак, и чемпионом в этом классе стал Смертный Роман. Переходим к классу модели комбата Коминектора по итогам спортивного сезона 2015 года. Третье место занял спортсмен Абраменко Николай. Второе место занял
Константин Захаров. А чемпионом стал Вагаевцев Владимир. Что-нибудь видно? Переходим. Ну, видно. Чудеса говорят, прям день, только редко с ним находится. Третьим стал Владыкин Артем. Подожди. Его нет. Так, второе место занял Романов Игорь. Чемпионом в этом классе, в классе 5Б7, по итогам спортивного сезона 2013-го, стал Смердин Роман. Пойдет. Спасибо, судья! Друзья, спасибо. Спасибо.